Начнем выпуск с трагедии на реке Медянка. В Мурыгино школьник провалился под лед и утонул. ЧП произошло 19 апреля вечером. На велосипедах мальчик приехал со своим другом на берег реки. А дальше произошло самое страшное. Подростки вышли на лед. Детали в рубрике «Сводка». По словам полицейских, подростки провалились и упали в воду почти одновременно. Один смог выбраться на берег, а второго унесло течением. В итоге 10-летний мальчик утонул. Сейчас его тело разыскивают. Полицейские осмотрели берега Медянки и прилегающую территорию. Поиски продолжаются. Проверку начал и Следственный комитет. В Кирове закончено расследование уголовного дела 34-летнего Ивана Губина. Мужчину обвинили в двойном убийстве и поджоге. В августе прошлого года в поселке Оричи у Губина произошел конфликт с 20-летними собутыльниками. Обвиняемый облил спящих молодого человека и девушку и поджег их. Впоследствии оба потерпевших скончались в больнице, а Иван поддался в бега, но через 3 месяца его поймали. Знаете, зачем доставлен в Следственный комитет? Да, не понимаю. В чем подозреваетесь? Совершение, что... По данным Следственного комитета, свою вину Губин признал, дело передали в суд. Сейчас 34-летнему Ивану грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Владелец иномарки разыскивает хулигана, который разбил боковое стекло его автомобиля. На улице Потребко операцию, дома номер 38, неизвестный бросил камень в припаркованную иномарку. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения, но не видно было, кто именно совершил бросок. Сейчас устанавливается причиненный ущерб, хулигана разыскивают. Михаил Вагин, место происшествия.